На Ямале с 1 января минимальный размер оплаты труда вновь вырастет. Накануне в Салехарде подписано второе за этот месяц региональное трехстороннее соглашение. Напомним, 5 декабря МРОТ был зафиксирован на сумме 17,5 тысяч рублей, но соглашение не успело вступить в силу. Конституционный суд положительно рассмотрел обращение ямальцев о том, что к минимальной заработной плате, установленной федеральным законом, нужно применять районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера.